25 августа 1792 года потомки и наследники запорожских казаков, служившие в так называемом «войске верных черноморских казаков», высадились на Таманском полуострове. Переселенцы прибыли сюда по указу Екатерины II, которая пожаловала казакам по их просьбе пустующие территории. Впрочем, само петербургское правительство было заинтересовано в этом переселении. Черноморское войско так или иначе, но создавало такие же проблемы, что и некогда Запорожская сечь. Сюда массово стекались украинские беглые крепостные, которые нередко вместе с казаками уходили за границу. Выход в Петербурге увидели в географическом разделении Украины и казачества. Вскоре в Приазовские и Прикубанские степи переселилось около 25 тысяч черноморцев вместе со своими семьями. Они основали немало станиц и хуторов, а также свою столицу – Екатеринодар. Поселившись на Кубани, бывшие запорожцы и украинские крестьяне принесли сюда свою культуру и язык. Большинство новых станиц унаследовали названия украинских городов или куреней – Кущевская, Каневская, Новотитаренковская и так далее. В 1860 году Черноморское казачье войско объединили с частью Донского под названием «Кубанское казачество». Оно просуществовало до 1920 года. Кубанские казаки участвовали в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, русско-японской войне 1904-1905 годов, Первой мировой войне 1914-1918 годов. Они, как и другие потомки запорожских казаков, сыграли заметную роль в формировании терского казацкого войска, казацких войск Средней Азии и Сибири. А на месте высадки первой партии украинских переселенцев на Таманском полуострове в 1911 году был установлен памятник – бронзовая скульптура запорожского казака с флагом в руке. На постаменте изображена также казацкая флотилия и слова песни «Ой, годи нам журитися».